Lamborghini Urus. Смотрите, какой классный аппаратище. Прибыл к нам на большой комплекс работ. Постепенно расскажем, что и как мы с ним делаем. Прежде всего, защитили все элементы, к которым мы прикасаемся, где мы производим работ, и начали разборку салона. Крышу сняли для того, чтобы сделать ее вместо кожаной из алькантары итальянской, и звездное небо будет. Вот, пожалуйста, потолок от Lamborghini Urus, который сейчас кожаный, но будет алькантара, потому что звездное небо на алькантара смотрится реально круто. Сейчас автомобиль на подъемнике, и только для того, чтобы снять выхлопную систему, чтобы поставить более басистую, скажем так. Итак, в этом Урусе переделали оригинальную выхлопную систему, переделали бочку внутри, убрали здесь компенсатор, и теперь собираем. Будет очень сильно громкий автомобиль. Потолок от Уруса ободрали кожу, и надо сейчас полностью зачистить, чтобы качественно приклеить алькантара. Вот, пожалуйста, потолок Уруса, оригинальная кожа, прям оригинальная. И мы все это приготовили для того, чтобы быстренько снять. Итак, потолок Lamborghini Urus. Сняли натуральную кожу, покрыли потолок натуральной же итальянской алькантарой и передаем в подразделение, которое будет заниматься звездным небом. Очередной этап работы с потолком Lamborghini Urus подготовили для того, чтобы ставить звездное небо. Подготовка к звездному небу в этом Lamborghini Urus идет полным ходом. Смотрите, уже даже светится, мерцает. Красота. Убираем остатки аппликации для того, чтобы полностью приготовить потолок к установке. Звездное небо уже практически готово. И сейчас специалисты устанавливают переделанный потолок на свое штатное место.